Всем привет! Мне тут милости пришли. Вчера прикатились вечером домой из Харькова, а меня тут ждет посылочка от Наташки. От Наташи с канала Блин Тайм. Это мое поздравление с днем рождения. Наташка, ну ты такая внимательная, ты такая добрая. Шлешь мне каждый день рождения такие поздравления. Конфетки. Конфетки. Конфетки очень стильные. Тут коробочка такая железная. Ох, она мне пригодится. Ох, она мне пригодится. Это ж коробочка неубиваемая. Она железная. Посылочку, кстати, забрала Саша, соседка, пока мы отсутствовали в городе. Так она сходила на почту, забрала ее. Или забрала. И сегодня вручила мне ее. Ой, как они пахнут. Эти шоколадки, посмотрите. 70% чего-то там. Шоколадка такая, такая и такая. 4 вида. Ну, не знаю, я их, наверное, долго буду есть. 4 месяца. Так, это у нас пробнички духов. Ну, шоколад, конечно... Шоколад волшебный просто. Ну, коробочка. Что ж я буду в ней хранить? Что-то очень важное. Что-то очень важное. Чили, шоколад. Это что, с чили? С перцем, что ли? О, с красным перцем шоколад. Это черный шоколад. Это с апельсином. А это черный тоже. Да что, два одинаковых, да? Прикольно. Так, открыточка с розочкой. Перевод надписи на открытке. Вот тут такая вот надпись. Перевод. Итак. Сердечные пожелания ко дню рождения. Читается как? Херцлихен. Глюк вунш цум геборцтаг. Кукареку. Херцлихен глюк вунш цум геборцтаг. Что, по-немецки читать умеешь? Это Наташка русскими буквами написала для бестолковых, для незнающих. Что оно там читается? Привет, Наташа, торжественно поздравляю тебя с днем рождения, хотя ты так же любишь свои дни рождения, как и я люблю свои. Желаю оставаться такой, какая ты есть, ну и так далее. Так, ну, в общем, тут Эдик у меня сбоку что-то говорит, поэтому надо прощаться. Наташка, спасибо, 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 спасибо тебе еще раз. Много-много раз. Так, а пробнички Герлен. Ой, пробнички вообще супер. Вот это вот медовая Герлен. Это вообще супер. Джорджо Армани. И что-то там еще. А, Джимми Чу. Джимми Чу пробничка. Все супер. Все супер. А сердечко, сердечко. Ой, какое сердечко. Очень сердечная открыточка. Все, уже терпеть не могу. Пойду шоколадку открывать и есть. You must remember this. A kiss is still a kiss.